Иваном Николаевичем года 3, наверное, назад мы решили, что надо сделать музыкальный проект. Затеяли кастинг. Мы подбирали несколько этапов. На предпоследнем осталось 10 девочек. Из этих 10 лучшие оказались вот, Катина и Волкова. И, ну, я-то все время был за Катину. Ваня больше склонялся к Волковой. Ну, в общем, он сомневался. И, ну, все-таки решили, что да, будет Лена Катина. Не хотела думать, что будет. Хорошо. Бомбили Югославию, там живут наши братья и наши сестры. Они стояли на мосту в Белграде, и на них сбрасывали бомбы. И они умирали. Меня это очень беспокоило. Я придумал песню про Югославию и пытался эту песню как-то опубликовать. Ты уходишь в огонь, Югославия, без меня, без меня. Бизнесмен сказал, что я вам дам деньги на проект. И дал деньги на проект. Вот. И вернулся Ваня. Я спрашиваю, ну что, как? И он говорит, вот все очень хорошо. А по радио никто эту песню не услышал. Ты прости, сестра моя, Югославия. Если бы это спел я, это было бы все очень скучно и неинтересно. А она добавила вот этой своей... Вот это свое сердце. И пробила дяденьку с деньгами. А потом, по каким-то причинам, Ваня стал настаивать, что нужно еще одну девушку добавить. И даже какую, в общем-то, было непонятно. Просто он говорит, надо сделать еще одну, потому что две – это веселее. И если одна уйдет, например, то можно взять другую. И они стали обе петь. Но песни еще были натуральными. Вот пока я работал в проекте, были натуральные песни. А потом, в общем... Все, потом они немножко поменяли ориентацию в интересах дела. И, как выяснилось, правильно. Бомбы! Т.А.Т.у! 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 Югославия! На мосту! На мосту! На мосту!